Всем привет! Ну что, сегодня будет обзор на игру от Димы Романенко, Дима Games. Это Sonic XE, порт на Android. В общем-то, это оригинальный Sonic XE, полностью точно такой же, только он его на Android портировал. Sonic XE Hedgehog, но это классический который. Ну, Data Select, как и в оригинале, так выглядит. Так. Ну, по сути, это и все. Я надеюсь, что нет. У Тейлза, кстати, анимация неплохая. Таймер в коллективе сделать сложно, так что он молодец. Ну так, вот он, Sonic XE, и что сейчас будет? Что? Вот, привет, ты хочешь поиграть? Тут написано, привет, ты хочешь поиграть со мной? Так, hide and seek, прятки, побежали. Если кто-то не знает, эта игра сделана на движке Eclipse Fusion. И что? Я как понял, он за нами ломится, да? Ну да, 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 я ванга. Да ни хрена он быстрый. Как? Сейчас что? Что сейчас будет? Расчлененка? Чего? Да, расчлененка, кровь. Ты хочешь попробовать снова, что ли? Наверное, так. Тейлз. Или, то есть, Наклз. Тейлз, вот был. Тейлз, это... Ну, это Наклз, понял. Ты не сможешь избежать. Но если он будет так медленно бежать, то, конечно, не смогу. Таймер какой-то медленноватый. На 3-2 секунды отстает, видели? Так. Кровь. И что? Ну, типа кровь и что-то такое. Наклз падает. Так. Ты проиграл? Окей, Соник. Так, не обращайте внимания на сообщение вот так. Так. Ага. И что тут? Стойте, а как мне поймать его? Это кто вообще? Это пергун старый или? Соник XE. Это серьезно, какая-то борода не. You will die at my hands. Шо он? Да. Голову ему отрубили. Опять крики из ада. Я не знаю, что это. So many souls to play with. So little time. Would you agree? Ты поиграл со мной небольшое время, что-то там бла-бла-бла. Мы играем за Эгги. Чего? Что, я не могу его выбрать, что? Надо было просто типа. Это было так. Вот он это его сделал один год назад и забросил. Потому что ну нечего тут обновлять. Потому что это оригинальный Sonic XE. Не на Android.
У него есть качественные Sonic CZ сразу три части. И мир грибов. Кстати, как поиграть? Ну так опять эти помехи. И что? Мы сейчас будем от него бегать? I'm good. Я хороший. Не, вот это год хороший. Тут написано, что я доволен. Угарный, ребят. Все. Ну что дальше? Ну пробую нажимать. Рандом. Замки. Персонажи. Помехи вот эти. Вот эти края желтые. Надо было подождать. Ты хочешь второй раунд? Не знаю. Гейм овер. Угу. Экмана расчленили, он превратился в ОБЗ. Этого коня наколо отрубили ему голову, поставили на столб вместе с Тейлзом. Короче, вот. А если мы нажимаем, например, тут вылезает эта вот рожа. И вылетает. Ну, в общем, всем спасибо за просмотр. Удачи и пока. Давно, кстати, не было видео, я просто был занят.